Встреча проходила в форме игры, в процессе которой ребята узнали, почему 22 августа называют днем российского флага. Необходимо и для воспитания нашей молодежи. Нужно воспитывать патриотизм уже с маленького возраста, с самого детства. И не должны забывать, откуда мы родом и что наша страна самая великая. ТОСовцы нередко собирают ребят в таком составе. Заранее куплены призы и подарки, которые получат, конечно же, победители и участники конкурсов и спортивных игр. О, попал в мишень, молодец. Так, пока лидер есть. Кто следующий? Этот первый раз мне вот тренер мой сказал в шахматном клубе. Я решила прийти, попробовать, испытать. Мне очень понравилось. А взрослым больше ничего и не нужно. Главное, чтобы были довольны дети, чтобы они имели возможность летом хорошо отдыхать, а в школьное время учиться. Пришли поддержать детвору Центрального района города и волонтеры серебряного возраста. Они продемонстрировали им свою любовь к родине, которая заключена в народных песнях. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.